Солдаты, отравившиеся сероводородом, из реанимации переведены в палату. Их самочувствие сейчас стабилизировалось. Больные идут на поправку. Врачи отмечают, что выписать солдат планируют примерно через неделю. Напомним, трое солдат проводили работы по очистке канализационного колодца и отравились парами ядовитого газа. Одного из них спасти не удалось. Двое солдат, которые поступили 19-го с клиникой аспирационной пневмонии, на сегодня находятся в пульмонологическом отделении. 21-го они были переведены с отделения реанимации в пульмонологию. На сегодняшний день состояние у обоих стабильное. Дыхательной недостаточности, интоксикации той, которая была в начале, нет. Лечение получается согласно протоколам, стандартам лечения.